О, видишь, я же говорил, выпьешь чаю с кофе, и настроение поднимется. А посмотри мое видео, и ты вообще плясать начнешь. Давай, разворачиваем камеру и смотри. Смотри, куда мы пришли. Смотрите, куда мы пришли. Домик, когда я сюда приезжал, напротив дом смотрел. А, сейчас покажу, какой. Вон тот дом я смотрел. Там кирпич делали с обратной стороны. Внутри я походил, там лестница красивая такая. И здесь ребята работали с камнем. Трубу конкретно выкладывали. Я даже видео об этом сказал, что смотрите, трубу выкладывают. Хозяева еще не заехали, но я уже к ним приехал. Смотрите, как здесь накосячили. Ну, в принципе, не накосячили, это пластиковая, резиновая. Пластико-резиновая такая фигня. Просто не до конца ее прибили. Ворота дешевые. Даже без теплоизоляции, просто ворота. Смотрите, как хорошо камнем обложили, да? Замазали, затерли. Сейчас мы с вами обойдем вокруг дома. Внутрь, естественно, мы не попадем, дом закрытый. А вот вокруг дома обойдем, посмотрим архитектуру, как они ее здесь замутили красиво. Дом вообще приглянулся мне с дороги из-за того, что у него труба на главном фасаде. Это второй дом с подобной трубой. Другой дом есть там, где я припарковался. Я сюда потом еще схожу, покажу вам. Но там неизвестно, жилой он, не жилой. Там уже траву посеяли. Может, там уже люди живут, а я к ним попрусь. Что-то здесь неладное у них. Расширили проем, распилили выше. Видимо, окно решили больше сделать. Странно. Сразу не обнаружили, что ли. Смотрите, какая интересная труба. Каминная. Вот для нас это останется тайной. Она действующая или просто декоративная. Возможно, что все равно туда... Если даже газ у них есть, а от газового камина туда выхлопные газы выходят. И все. Смотрите, проложены трубки. Это трубки для полива. Вот ответвление пошло туда, а потом куда-нибудь еще пойдет ответвление. Все это трубки полива. Красивый такой дом. Грамотно сделано, так подобрано все. Вот что мне он нравится. Окна большие, смотрите какие. Два юнита. Значит, на каждом этаже своя система кондиционирования. И дверь. Дешево сделанная дверь. В принципе, все так делают, они, никто не парится по этому поводу. Делают обычные деревянные загородки, не двери. Как это, как сарай для куриц. Ой, какие большие панорамные стекла так сделаны. Канделябры на стенах, смотрите, кто видит. Кто разглядел канделябры, поднимите руку. Вытяжка какая-то, скорее всего, с кухни. Значит, вытяжка в пол производится. Эркер такой, кстати, смотрите. Раз, два, три, четыре окна. Эркером сделано. Красиво. И такой маленький-маленький подъемчик. Как же так они сделали? Могли бы сделать платформочку хотя бы, потом уже ступенечки. Нет, сразу выход со ступеньками. Да, и ну раз дом богатый, богато выглядящий, но все равно в нем использована дешевка или дешевые варианты выполнения, да, то есть просто ступеньки из дома на улицу. Никакой платформы не сделано.
это кто-то уже нарисовал краской своей. Вот такой вот дом, незаконченный, внутри еще идет отделка, как я вижу, сквозь окна. Все. Кому понравилось, ставьте лайки, кому не понравилось, не ставьте дизлайки. Ждите новых видео. Я пойду, обойду вокруг другого дома. Скорее всего, эти видео будут два вместе. Тоже дом с трубой, но отделан другим типом камня. Скорее всего, даже кирпичом. Сейчас я там... Нет, камень. Рядом кирпич, но это труба обделана камнем. И мы зайдем, наверное, вот в этот дом. Проданный, правда, уже. Кто-то его купил до нас. Мы не успели его купить, но мы в него зайдем. Двери нараспашку. Заходите, люди добрые. А мы посмотрим вон тот дом. Там интересно нам будет. К нему даже уже присвоили адрес. Почтовый ящик стоит. Как бы он уже не жилой, но очень красивый. Ну, подойдем, посмотрим. Если жилой, то не пойдем. Вот смотрите, марки Water Meter обозначается вот так вот. Что вот это, я не знаю. Ну, короче говоря, когда ищете, где выключить воду, то ищите марки на бетоне. И вы сразу найдете выключение воды, где идет. Да, дом уже жилой. Машина припаркована, газонокосилка стоит, так что мы туда не пойдем. А пойдем в другой дом. Куда-нибудь. В тот дом, где мы уже гуляли. Посмотрим, что там будет.